Да, я вернулся. Опять. Извините за то, что так исчезаю, но я только что вылечил самое худшее пищевое отравление в моей жизни. Я болел 6 дней. И за это время каким-то невероятным образом умудрился высрать и выблевать около 8 фунтов моего веса. Я даже не знал, что человеческое тело может вырабатывать столько фекалий. Блин, да я к своему удивлению произвел больше говна, чем Адам Сэндлер за свою карьеру. Думаете, это смешно? Вы ночью буквально вырубился в процессе и проснулся на полу в туалете. Представляете, если бы я так умер, сидя на унитазе со спущенными штанами? Черт, туалетными шутками меня бы достали даже на том свете. Я уверен, у вас есть парочка подобных, которые так и ждут, чтобы вырваться наружу. Давайте, не стесняйтесь, пишите в комменты, мне пофиг. Посмотрим, как вы будете смеяться, когда вы будете тем, кто боится умереть, сидя на унитазе 6 сраных дней. Как бы то ни было, пока я валялся на полу голый, в беспамятстве, покрытый холодным потом, я обнаружил что-то валявшееся в туалете. Вероятно, что-то являющееся ужасным куском чего-то непонятного, что я видел в своей жизни. Я посмотрел и обнаружил вот это. Фильм с названием «Игра окончена». Естественно, я посмотрел, даже не подозревая, что самое страшное только начинается. Только взгляните на обложку DVD, и вы сразу же увидите предупреждение о качестве повсюду. То есть все в конец безнадежно. Тут название в стиле «Мы хотим быть матрицей», все покрыто программным кодом того же цвета, что и в «Матрице». А еще тут есть красивая девушка, одетая в одежду из «Матрицы». Правда, по какой-то причине одета только снизу. И пока вы тут не размечтались, эта девушка не появляется в фильме «Голый по пояс», как и никто другой в этом фильме. По правде говоря, эта девушка вообще не появляется в этом фильме. Ctrl-Alt, смерть? Боже, это будет один из тех фильмов, не так ли? Ну тот, где люди смотрят в монитор с бегающими строчками текста и с умным видом болтают всякую рандомную хрень о компьютерах в духе «Они напали на наши сабсети! Быстрее, установите больше фаерволов! Закройте все разъемы перед тем, как они загрузят нам троян!» Эй, зацени, чувак, это безумие, круто, у него модем 28 бит в секунду. Я посмотрел на IMDb, и там слоган, наверное, немножко получше. Виртуальная реальность кусается. Обратная сторона обложки только подтверждает наши подозрения насчет матрицы, но нас хотя бы оповещают, что в этом фильме снялся Уолтер Кёттинг со шлангом, торчащим из шеи, и Ясмин Блинц. Ура! О, ужасная фотография с Меблис. Она себя жутко запустила. Стоп! Стива Хантера играют два человека, и один из них женщина. Впечатляет. О, ладно, я, наверное, должен рассказать наихудшую часть этого фильма прямо сейчас. Дело в том, что когда я проводил поиск инфы об этом фильме, я как-то для себя все запорол, так что начал смотреть этот фильм заранее взбешенным. Но я думаю, будет забавнее, если же это будет для вас сюрпризом. Мы вернемся к этому через пару минут, но поверьте, оно того стоит. Фильм начинается со знакомства с нашим героем Стивом Хантером. Если вы не заметили, он задрот. Потому что у него есть научные очки, Power Glove и туева куча мониторов. Ведь задротам нужно больше такого барахла. Ну и после того, как вы видите главного героя, ваш отказ от неверия летит прямо в помойку. Взгляните на него, разве он должен быть задротом? Да не верю я, он в хорошей форме, у него мускулы довольно заметные, кстати. И взгляните на его загар. Также такая фигня происходит только в фильмах, а еще только в фильмах рассказывают все объяснение, болтая с самим собой. Как тут? Я злобную империю сетевой полиции, одинокий хакер Стив Хантер, борец за правду, справедливость и свободный обмен идеями. Блин, чувак, нахуй сетевую полицию, делать обзоры не преступления, взломай всю планету, взломай всю планету! У вас 256 спам-сообщений. Отлично. Сначала засеки источник спама, а после отошли им вирус, чтобы перенаправить все сообщения сетевой полиции. Помай всю по... Что? Твою мать, этот парень серьезно? Отправить спам в сетевую полицию? Чувак! То есть, я был за тебя раньше, но это уже переходит все границы. У этих же людей, черт возьми, семьи есть. Отправить спам. Какое у этого возрастное ограничение? PG-13? Итак, господа, вероятно, вам всем интересно, почему я собрал вас тут, снял всех с постов, отменил все отпуска. Этим утром, в 7:45, какой-то больной маньяк забомбил наш основной сервер интернет-спамом.
Тихо, тихо. Я понимаю, как просто запаниковать в таких обстоятельствах. Мы все еще подсчитываем ущерб. Но мы должны убрать наши эмоции в сторону. По последним подсчетам нам послали более 250 сообщений. Мы подозреваем во всем Аль-Каиду, хотя никто еще не взял на себя ответственность, но ЦРУ уже над этим работает. Еще никто не заходил так далеко, пока что я сам лично определил свои входящих виды сообщений, вроде печати нигерского принца, увеличение пениса, клавиатурный код, реклама Виагра, а я вовсе не нуждаюсь в Виагре. И самый отвратительный из всех самых отвратительных, Рик Ролл. Но я обещаю вам, как я пообещал всему населению Америки, этот чертов сукин сын заплатит. Этот террорист предстанет перед правосудием, так что я требую, чтобы все отделения работали над этим. Чем бы вы там сейчас ни занимались, бросьте это. Пускай ребята из лаборатории работают над этим без остановки. Если этот парень хочет послать спам сетевой полиции, что ж, он вызвал бурю, и он ее получит. Все немедленно зайдите в свой твиттер, скажите спамерам, что к нам поступают. Скажите им, что я наступаю. А вместе со мной и ад! А вместе со мной и ад! Стив тем временем продолжает свою атаку на сетевую полицию, взламывая одну из машин через спутник, выводя ее из строя. Зажмурьтесь, сэр, я выстрелю в окно. Черт возьми, Пинкертон, изнутри она тоже пуля непробиваемая. Один выстрел и рикошетом нам снесет головы. Пистолеты, ага. Неужели сетевая полиция так часто участвует в перестрелках? Есть только один способ бороться с компьютером, перешедшим на темную сторону. О, наверное, стрелять в пуленепробиваемой машине нормально, когда ты это делаешь. Стив тем временем идет на работу под названием Киберкино, хотя, судя по тому, как снято, больше похоже на то, что он вламывается туда. Даже не уверен, зачем они это сделали. Ну да ладно, он и его подруга Зоуи программисты для игр в виртуальной реальности. Наверное. То есть я знаю, что они разрабатывают видеоигры, как они сами утверждают, но поверьте, эта история становится очень странной очень быстро. Может быть, вечерком в баскетбол сыграем? Не хочу тебя обламывать, но у меня нет времени. На нее у тебя всегда есть время. Она моя девочка. Идеальная подруга. И самое лучшее, что к ней прилагается? Выключатель. Ага, и в конечном итоге ты все еще здесь с мордой, прилипшей к экрану и ни на шаг не ближе к ее штанам. Все изменится, потому что сегодня у нас свидание с твоим зумгением. Ты ведь понимаешь, что обсуждал прелести мастурбации за компьютером, когда прямо перед тобой была женщина, предлагавшая тебе это, так? Стив идет в лабораторию, чтобы увидеть новый суперкомпьютер, созданный учеными под названием Драксель, и почему-то ребята из сетевой полиции тоже тут. Знаете, они так и не сказали, какие у них официальные обязанности, почему они тут. Но самое странное, что прямо перед тем, как Стив пошел в лабораторию, с ним разговаривают и узнают в нем одного из самых разыскиваемых хакеров мира. Это Стив Хантер, Пинкертон, враг номер один сил сетевой полиции. Я пытаюсь засадить его задницу за решетку годы, так что следи за ним. Да какого хера ты не арестовал его? У него самый умный мозг, который ты и я когда-нибудь увидим. Модифицированная система Дрекселя. Теперь все человеческие особи. Особи? Простите, неудачное слово. Участники, пожалуй, лучше. В общем, Драксель — это супер офигенный суперкомпьютер, который может делать практически все, ведь у него есть искусственный интеллект. И мы уже видели этот сценарий минимум 100 раз, и можете написать его, пока спите. Я не понимаю, зачем вообще нагнетать напряжение. Просто взгляните, как дешево эта штука выглядит. Верите или нет, а это злодей фильма, и он похож на Номада из Звездного пути, только тупее. Блин, даже Номад выглядел угрожающе, он хотя бы мог двигаться. Да мой робот выглядит устрашающе, он сделан из пылеуборщика. Откуда он получает питание? У Дрекселя есть внутренние батарейки Дего-12. Дего-12! Воу! Тогда мне стоит держаться от него подальше, если я хочу иметь детей. Ты хочешь сказать, что это хреновина ядерная? Дрексель изнутри сделан из 100% вибраниума адамантиевого сплава. Он переживет наземный ядерный взрыв. А, ну да, он полностью неразрушим. Я в это верю. Никакая сила на Земле не может уничтожить этого колосса. В сраных панелях есть дыры! Я бы мог сломать эту штуку футбольным мячиком. Наверное, он еще не объясняет, какие Дрексель исполняет функции, не считая привязывания идиотов к угрожающим донетическим креслам и расплавления их мозгов. А, сэр... Мне это не нравится, сэр. Все в порядке. Не будь бабой. Теперь сядь на стул, дай нелицензированному непроверенному ядерному компьютеру стрелять лазером в твои глаза и потрахать твой мозг. Будет весело.
А, он играет в FMV-игру Star Wars Rebel Assault. Знаете, когда я был ребенком, то я тоже стрелял по вампам в Большом каньоне. А потом он попадает на американские горки. Боже, нет, пожалуйста! Остановите это! Ведь нестись через долбанный каньон на большой скорости был одним, но я на устрашке и боюсь американских горок! Пожалуйста! You know, Mr. Hunter. Знаете, мистер Хантер, Дрекси стал немного помешан на одной из ваших игр. Да, как только он получает новую игру, его ничто не отвлекает, пока он ее не выиграет. А Дрексель всегда выигрывает. Боже, я не могу сказать, станет ли Дрексель себя ощущать и попытается ли он истребить человечество. И все намеки на это так тонки, не так ли, Адмирал Акбар? Это он! А, к черту, сюжет настолько хренов и предсказуем, что мне лень использовать Адмирала Акбара. Что, блядь, не так с этими людьми? Почему у них нет никаких подозрений насчет неуничтожимого компьютера, который, как они видели, я управляю? Пожалуйста, не переживайте. Дрексель безвреден, как младенец. Неуничтожимый младенец с термоядерным источником питания, без каких-либо представлений о морали и возможностью расплавлять людям мозги на расстоянии. Но я пошел, не переживайте. У Дрекселя должна быть постоянная охрана. С ним все в порядке. Пошли. Ну же, расслабьтесь, все в порядке. Это всего лишь самая продвинутая компьютерная система, созданная человеком. Полная полуготовой и опасной техники и необезопасенного ядерного устройства. В смысле, как будто кто-то захочет его украсть. Теперь давайте оставим его тут с самым опасным хакером наедине, которого мы ранее опознали. Пойдемте, валяйте. Что ты делаешь, Дэйв? Боже. В общем, когда Стив остается наедине с компьютером, то тут же сходит с ума и начинает говорить страшным детским голосом. Дрексель тесно знаком со Стивом Хантером. Дрексель был запрограммирован лучшими компьютерами мира, чтобы установить новый порядок. Стив Хантер, одаренный программист, разработавший виртуальную систему обучения. Армейская версия этой системы привела к одному из величайших массовых убийств в истории. Окей, Ладно. Значит, они написали сценарий, где герой — программист видеоигр, которого мучает совесть из-за того, что тысячи человек погибли в результате армии, военизировавшей его игру. Хорошо, наверное, это как-то объясняет его ненависть к сетевой полиции. Нет, постойте, никак не объясняет. Я не знаю, наверное, это интересная тематика для исследования персонажа. Ну знаете, непредвиденные последствия изобретения, когда кто-то его извращает из жадности, тяги к насилию или амбиций до смертельного исхода. И тяжелая мораль, когда создатель отвечает за то, что изобретение используется в целях разрушения. Как Альфред Нобель, изобретший динамит, или работа Эйнштейна над атомной бомбой. Это очень тяжелая правда жизни, заставляет задуматься, так что задумайтесь как-нибудь на досуге. Потому что этот сраный фильм так и не выдаст Стиву какой-либо шанс на искупление и решение. Тогда какого хера вы вообще заговорили об этом, беспонтовые уёбки? Нахуй вас! Нахуй! Нахуй! Дрексель хочет играть в новые игры мистера Хантера. Может быть, сыграем в игру? После осторожного убеждения, Стив разумно решает не втыкать свой мозг в компьютер-убийцу и пытается сбежать, но, естественно, дверь заперта. Вот тебе задачка, с которой любой человеческий ребенок справится. 75 ворон садятся на дерево. Фермер так злится, что берет дробовик и стреляет по дереву двумя патронами. 25 ворон погибают. Сколько ворон осталось на дереве? Я почитал все варианты 7 триллионов раз. Ответ 50. Прости, неправильно. Дрексель ошибся. Ответ 0. Программа Дрекселя заявляет, что Дрексель не может ошибиться. Ваши данные неверны. Я Номад. Я идеален. В то время как Дрексель схватил Стива, мы видим, как Уэйн и остальных ловит какой-то G-Man, чьё имя я так и не разобрал, и следит за Стивом по камере из другого офиса. Вероятно, все это было чем-то вроде подготовки к тому, чтобы Дрексель сыграл в какой-то прототип новой игры Стива. Да, я знаю, это не имеет никакого смысла, но фильм говно, чего вы от меня хотите? Каким-то образом компьютерные игры заразили его логические цепи. Компьютер стал геймером? Все началось с невинных игр вроде Пакмана и Android. Да, входные игры. Вот именно. Но вскоре он перешел на игры пожестче. Теперь он проходит новейшие и быстрейшие.
И вот так оно и начинается, люди. Сначала стивильных игр, вроде Астероид, Кьюберт, и до того, как ты заметишь, что садишься за что-то тяжелое, Супер Марио, Дабл Драгон, Мегамен, Драк сильно шел, и теперь миру конец. Если мы не дадим ему то, что он хочет, то он грозится запустить ядерные ракеты или обрушить всю биржу. Так нафига вы дали ему доступ к ядерному оружию? Разве это не компания по производству софта? Чё за нахуй? Никто из армии или правительства что, не предугадал такой вариант? К тому же мы все видели это миллион раз. Например, в «Военных играх», фильм, который был в разы лучше, к слову сказать. Неужто мы не можем придумать что-нибудь новое, оригинальное, кроме как запустить ракеты, спалить весь мир, обрушить экономику? Дайте мне что-нибудь по-настоящему страшное, ну пожалуйста, прошу вас, ребят. Он может сделать Гарри Колмана президентом. О боже, бегите, паникуйте, все, каждый сам за себя. О боже мой! О боже мой! О боже мой! Бегите на биржу! Вкладывайте деньги в оружие и консервы! Конец уже близок! Стойте! Все в порядке. Я проверил. В этом фильме нет Гарри Коумана. Так что все в порядке. Если фильм происходит в 2003 году, так что президентом останется тем, кем он был. Успокойтесь. Все в порядке. Если ты не будешь играть, и Уэйн Баркер умрет. Ну ладно, в общем, Стив садится в кресло с Джонни Мнемоникой, и сейчас вы увидите то, о чем я говорил в начале. Скажите мне, не напомнил ли вам этот виртуальный мир чего-нибудь? Мне сказали, что в 2021 году шла война. Нет, это не вырезанные сцены из «Робота бойцов», но что-то явно напомнило. Трансмутационные элементы для получения воды. 8 долгих лет я работала в одиночку. Эй, Старк! Ага. Мы с тобой хреново работаем, если они стали набирать женщин и подонков. Ну, может, вы начнете понимать лучше, если видео будет 8 раз меньше и засрано всякими помехами? А может, вы распознаете эту сцену? И какая моя зарплата? Большая куча говна! Дамы и господа, я открываю вам секрет фильма «Игра окончена». Половина материала, то есть все, что происходит в виртуальной реальности в этом фильме, на самом деле переработанный материал из FMV игр для Sega CD. Более 35 минут видеоигрового материала из Sega CD. Они на полном серьезе сделали фильм из хреновых игр на Sega CD? Да ладно, вы же помните уровень актерской игры в этих играх. Но ведь помните, не так ли? Неужели ты не любишь запах канализации поутру? Ведь они пахнут победой! They made a movie out of this. Они сделали фильм из этого. В основном тут материал из игры Maximum Sedge, которую даже не выпустили. В принципе, мы только что посмотрели заставку о, я не знаю, об ОЧРах, людях, борющихся с демонами в поисках телесериала Джосса Уидона. Тут ничего не связано и непонятно. Игра-то для Sega CD, так что вы тупо мочите мутантов и роботов. Они пытаются связать это действо с фильмом, объясняя, что Ясми Блиц на самом деле виртуальная подружка Стива. Но скоро вы увидите, сколько в этом смысла. А также увидите то, что даже для FMV игры Ясми Блиц ужасная актриса. Все сведется к дуэли между двумя стрелками. И один из них ты. Приятель, не хочешь поменяться? Он прячется на электростанции. Снова вместе, с той жизнью, которую мы знали в мусорке. Тут много всяких вещей, на которые нам насрать, и которые абсолютно не имеют отношения к сюжету. И они едут по лазерному монорельсу. Парни рассказывают, как они модифицировали корабль, которым никогда не пользовались. А потом они появляются в... Мосс Айсли? Не хотите использованных противогазов? А может быть очень болезненное тату? Могу ли я предложить вам дохлых крыс, милорд? Ну ладно, в общем они идут в это здание. И сможете ли вы заметить, откуда вылезают плохие парни? Что он там вообще делал? Спал за ящиком, пока они не зашли? Блин, положение ящиков и бочек меняется от кадра в кадр. И куда труп делит? Ну, наверное, раз это видеоигра, трупы растворяются в воздухе. Ну или взрываются.
В общем, они пробиваются до конца и начинают переконвертировать станцию, что хорошо, так как она делает что-то. Как только на них нападает новый орк, который, судя по всему, размножается делением. Я реально не понимаю, что происходит. Дрексель, походу, захватывает дофига спутников и начинает стрелять лучами науки по всему миру, что вызывает землетрясение и мигание лампочек. Дрексель конвертирует всю цифровую информацию в энергетические импульсы для Дэго 12. Это напугало бы меня до усрачки, если бы я понимал, что они, блядь, несут. Черт возьми, он может столько вместить. Дрексель первый, кто может перерабатывать информацию в голографические плиты. Его емкость практически безгранична. Что во имя Господа Бога ты несешь? Стиву все-таки удается убить всех орков, что дает Ясмин засунуть одну хрень в другую, что каким-то образом останавливает лучи науки. Каким-то образом. А потом она просто стреляет в пульт, чтобы намного быстрее применить с самого начала. А потом Стив идет на тот же рынок, но немного другой. И он постоянно попадает в перестрелки. Тут нет никакого напряжения, мы просто смотрим, как кто-то играет в хреновую игру. В него постоянно попадают, но нам не говорят, что это плохо. Он в беде? Если да, то насколько? Он при смерти? Или как это нам вообще понять? А знаете, что хуже, чем играть в хреновую игру на Sega CD? А? Смотреть, как кто-то другой играет в хреновую игру на Sega CD. Дрексель хочет заменить нас андроидами. Да, андроиды с робочлена-шлангами. Мы должны добраться до него. Эй, ребят, вы хорошо прошлись по Дрекселю. Что еще скажешь? Хорошая работа. Да блин, этот парень труп. Только не он. Теперь мы никогда не узнаем, в чем был прикол того жеста кулаком, который он только что сделал. Хорошая работа. Гатлин мертв, Вольф. Он был в контрольной группе для моего массового эксперимента. Их было 12 работавших. Ну ты и страшилище. Шокирует, не правда ли? Ладно, давайте я сейчас обобщу. Вы дали роль Уолтеру Кёттингу, довольно неплохому актеру. Актеру из Star Trek, Вайона 5. Классики. А затем вы дублировали его фразы каким-то школьников. Слушайте, я знаю, что это не совсем та роль, которой гордишься. Вероятно, в резюме Уолтера ее точно нету. У чувака торчит сраный шланг из шеи, но вашу ж мать, люди, вы только что его просрали. Нахуй вас! Япония лишила света. Нет, это Австралия. О боже, она сбегает! Невозможно! Если бы только нам полицейским выдавали какие-нибудь металлические браслеты для задержания, которые бы точно не позволяли им сбегать, все было бы куда проще. Ну все, стойте! Люди, какого ж хрена? Вы мне говорите, что Илэй! Только что открыла дверь лаборатории голыми руками, самостоятельно. Вы просто сейчас сказали, что если бы Стив хоть немного постарался, то уже свалил бы, и фильм бы давно закончился. Она может сделать Дрекселю что-нибудь? Дрекселю уже ничто не остановит. Ничто не остановит Тора. Она не отвечает. Ненавижу, когда бабы вмешиваются куда не надо. Ты же в курсе, что ты сейчас сказал? Блин, ты что, злодей из Скуби-Ду? Ненавижу, когда бабы вмешиваются куда не надо. Пинкертон, иди туда и убей эту суку. Профессор Розуэль? Сынок, если у тебя есть жена или девушка, иди к ней и займись с ней любовью напоследок, потому что нам недолго осталось. Я девственник, сэр. I'm a virgin, sir. Oh, excellent. Ну ладно, это уже не важно, но я все-таки спрошу, если это правительственный проект, то какого ж пиксельного хрена его делали в игровой компании, а не, к примеру, в военной лаборатории, или в военной базе, или в зоне 51? Почему тут только один чувак руководит всем без какого-либо намека на охрану, или даже замков на дверях? Боже, солдаты в Повелителе Зверей 2 хотя бы старались. Я не хочу остановить Дрекселя. Я хочу помочь ему. Ты спятил. Мы с Дрекселем договорились. Я проношу его сюда, чтобы он играл в новые игры, а я получаю всю информацию мира. Все тут из-за тебя.
Ну, конечно. Я буду продавать информацию обратно и получать миллионы. О, да, мой безумный план безупречен. Потом G-Man как-то отправляет Стива в другую игру под названием Quarterback Attack. Да, это прям нагоняет воспоминания. Очень травматичные воспоминания, которые я затопил алкоголь. Черт возьми, это же Майк Дитко и Рэп Браун. Слушай, запоминай, пацан, что защищаться надо осторожно, мы должны заработать много очков сегодня. Иди и порви их! О боже, это офигенно! Вы сейчас смотрите фильм, в котором Майк Дитко, один из трех лучших актеров. Можно мы снимем фильм про Майк Дитко, сражающийся с суперкомпьютером? О да, это, блядь, будет круто. Готов доказать, что может сделать игрок номер один. Сделай это! Вы же ведь помните, что судьба человечества как-то от этого зависит? Либо часть проблемы, либо часть решения. Я решила, что ты часть проблемы. Это вообще что было? И теперь еще одна сцена на рынке. Их тут штук 7, блин, за игру. И теперь Ясмин снова дружелюбна. Стив убивает женщину на мотоцикле, она взрывается. А потом он ее снова убивает, и она снова взрывается. Как удобно, что мотоцикл расщепило на атомы взрывом. А знаете, это вполне реалистичная реакция, когда понимаешь, что играешь в херовую игру на Sega CD. Теперь он в Corpse Killer, который по сути все то же самое говно, только про зомби. И с каким-то неуместным растаманом. Добро пожаловать в ад, болван! Это пули убить много зомби! Серьезно, следующие полчаса мы тупо смотрим FMV игры, не имеющие отношения к происходящему. Это как один из тех фильмов Гофли Холл, где они снимают полчаса фильма, а потом пытаются склеить его с какой-нибудь порнушкой, ну или кинцом про ниндзя. Но Гофли Холл выбирал хотя бы один фильм, а не пять совершенно не связанных, включая фильм про футбол с Майком Диткой. Боже, чел, просто кинь же мяч куда-нибудь, ты заставляешь Майка Дитку выглядеть очень плохо. Опасайся того Рошера, тебе с ним не справиться. Проваливай отсюда, приятель. Да что за хрень, я думал, она его виртуальная девушка, так почему она его постоянно лупит? Начинайте готовиться к заварушке! Реально? Прайс Файтер? Это игра говно. Эта сцена идет в вечность. И к тому же, я думал, этот парень является кем-то вроде видеоигрового мастера. Он сосет половину фильма. Половину фильма мы видим, как он проигрывает в игре, а вторую половину смотрим на то, как он пыхтит и потеет в кресле, пока проигрывает. Ну ладно, в общем, первый коп отправляется, чтобы остановить Элейн, но оказывается, что он на ее стороне, вероятно, потому что он не хочет взорваться или видеть Гарри Колмана президентом. Ведь мы же знаем, что сетевая полиция — это плохие парни, когда те два человека из полиции — это честные парни, погибшие, чтобы защищать Стива. Короче, коп жертвует собой, отвлекает G-Man. В это время Элейн убивает его в суматохе и возвращает Стива в первую игру для борьбы по мутантам, наконец-то встречает Уолтера Кёттинга и его ребенка-дублятора. Осторожно, ты попадаешь в Ульфа! Зачем же ему париться? Ульф же симуляция, а похуй. Уолтер умирает, а потом ему становится лучше, и он взрывает бомбу, и снова умирает. И это как-то останавливает Дракиса, видимо, потому что он проиграл в игре для детей. Помнишь задачу про ворон на дереве? Ответ ноль, потому что выстрел пугает остальных 50 ворон, и они улетают. Теперь я все понимаю. Прощай, Стивен Хантер. Ты был хорошим напарником в игре. Тализора. Тализора. Есть ли душа у этой машины? Может нам кого-нибудь позвать? Ну там убрать у окопов, или убитого агента, ну или хотя бы суперкомпьютер, который, как мне кажется, не умер. Этот фильм самый хреновый, слепленный на скорую руку кусок говна, который я когда-либо видел в своей жизни. Подведем итог. Фильм о компьютере, который так сильно увлекся видеоиграми, что держит весь мир в заложниках, пока какой-то идиот в них с ним не сыграет. Какой в этом смысл? Какой злодей сотворит виртуальный мир, чтобы заставить какого-то идиота играть с ним в эти игры для посения?
Постойте-ка, это же символ аватара. Ну стойте, что он делает в... Я как раз подумал, что надо все-таки закончить с Ultima 9. Все-таки ретроспективу надо завершить. Боже, если вы думали, что Sega CD говно, это еще неплохо по сравнению с Ultima 9. Это такая хуевая игра, что хуже я в своей жизни не видел. Я ведь никогда не был так зол на игру. Я так зол на эту игру. Пожалуй, я не выдержу. Чувак, можешь включить титры? Спасибо. Боже, моя голова. Перевел Андрей Фенин, озвучили Данте и Казами. Надеюсь, вам понравилось. Вступайте в официальную группу Спуни ВКонтакте. Ссылка находится в описании. Meddling women.